А вам вообще туда нельзя? Да, можно. Игры окончены. В среду сотрудники прокуратуры Фрунзенского района по городу Иваново в компании с ОМОНовцами нагрянули в игорное заведение на улице Ташкентской. Из представителей администрации казино на месте оказалась только эта девушка, представившаяся оператором зала. Я здесь просто работаю, как бы принимаю. Из хозяев ваших спросим. Так давайте я сначала им тогда позвоню. Сейчас я сначала с вами закончу. Я толком не знаю, что вам девушка, отвечать. Девушка, не перебивайте меня, пожалуйста. Очень потому что я здесь работаю первый день, да мы только спросим. Я вообще ничего не знаю. Такого сюрприза в первый рабочий день девушка не ожидала. Сначала пыталась убедить оперативников, что это обычное интернет-кафе. Но свидетели, посетившие это заведение незадолго до ОМОНа, подтвердили, что заплатили за азартную игру. Только после этого работница казино признала, что игорная деятельность здесь осуществляется. Правда, под давлением оперативников неожиданно забыла пароль от игры. Там сейчас что-то сделалось, и все. Я понимаю, что что-то сделалось, а вот меня интересует, что сделалось. Запаролилась. Запоролилась. То есть сейчас вы включить оборудование не можете. Понятно. То есть, когда молодой человек пришел, он отдал вам в руки эту вот денежную купюру, вы пароль еще тогда знали. То есть вы смогли его включить. Да. То есть и с помощью этого игрового оборудования вы осуществили допуск его к азартной игре. Угу. На счет клиента, вот, который перед вами сейчас был, да, вы зачислили 500 условных единиц. То есть это были бонусы. Ну, наверное. Наверное. Девушка также не стала отрицать, что в случае, если бы на виртуальном счете клиента к концу игры была 1000 бонусов, эти деньги он получил бы на месте, что фактически и есть азартная игра. Теперь, так как официального трудового договора с сотрудницей заключено не было, именно ей предстоит ответить по закону за организацию игорной деятельности, а вся компьютерная техника подлежит изъятию. Для осуществления азартной игры необходимо было использовалось сеть интернет, с помощью которой осуществлялся доступ клиентов к развлекательному комплексу. Денежные средства клиентов переводились в бонусы операторам клуба, которым зачислялись они на счет клиента. После проведения игры, в зависимости от баланса счета, количество условных единиц бонусов равнялось количеству рублей выигрыша. То есть либо выигрыш, либо проигрыш. Эта невзрачная дверь в доме по Лежневской улице вывески не имеет. Но игроманы знают, что именно сюда нужно идти, когда хочется азартного времяпрепровождения. Знают об этом и оперативники. После контрольной закупки они посетили и этот клуб. С этой работницей казино сотрудники прокуратуры уже встречались чуть больше месяца назад, когда в последний раз закрывали заведение. Но теперь о том, что деятельность казино пресекалась, нет никаких напоминаний. Компьютеры и игровые панели снова ждут посетителей и приносят прибыль своим хозяевам. Вот эту денежную купюру вы получили незаконно в состоянии горной деятельности. 2076-829. Это вот эта купюра? Вся дневная выручка, которая составила без малого 20 тысяч рублей, и 17 игровых автоматов будут изъяты, как и комплектующие к ним, обнаруженные здесь же. Отвечать за противозаконную деятельность, опять же, придется рядовой сотруднице заведения. Но это же не от меня зависит. Согласитесь. А от кого зависит? От начальства. Я что ли открываю? Я здесь не открываю. Я здесь просто работаю. Получается, вам отдуваться за ваше начальство. Ну, буду отдуваться. Сама. С начала года только в Фрунзенском районе города закрыто уже около 20 клубов. Изъято порядка 300 единиц оборудования. Сотрудники прокуратуры и полицейские на этом останавливаться не собираются. Хоть порой их работа с нелегальным бизнесом и напоминает борьбу с ветряными мельницами. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.